Считанные дни остаются до главного праздника всех влюбленных – Дня Святого Валентина. Чтобы ваше свидание прошло без последствий в виде простуды и ОРВИ, ловите погоду от редакции «Блокнот Ставрополь». В пятницу, 11 февраля, ночью ожидаются заморозки до минус 1. Днем потеплеет до 3 градусов, возможен небольшой снег с дождем. В субботу, 12 февраля, синоптики обещают до плюс 6. В воскресенье погода ухудшится, возможен ветер с порывами до 20 метров в секунду и заморозки до минус 8 градусов. Если днем соберетесь на прогулку, не забудьте одеться потеплее, пойдет снег. В канун 14 февраля предлагаем вам поучаствовать в беспроигрышной лотерее от учебно-аналитического центра «Паритет». Каждый получит подарок и может выиграть инвестиционную серебряную монету весом в 31 грамм чистого серебра австралийского монетного двора. Подробности по ссылке в описании.